Доброго времени суток, дорогие друзья, у нас проект Хелик. На этой неделе стало известно о том, что на севере нашей страны, на границе с Ливаном, прошли достаточно крупные масштабные учения, призванные показать Ливану и Хизбалле, что в случае атаки с их стороны или в случае, если будет какой-то другой иранский сателлит посмеет атаковать нашу страну, они получат уничтожающий, очень серьезный удар. Надо отметить, что до этого, в одном из предыдущих наших видео, мы говорили, что с приходом в генштаб генерала Авива Кохави, который изменил политику ведения войны в Израиле, десятилетиями в Израиле не ставились перед армией цели полного уничтожения и разгромления врага в случае его атаки или в случае превентивной атаки. Более того, десятилетиями продвигалась в нашей армии идеология, как можно сохранить жизни так называемых мирных граждан наших врагов. То есть эти мирные граждане обычно это те же самые террористы или граждане, которые террористы используют для, как говорится, живого щита. И вот изменяется политика, мы видим серьезные точечные атаки, отработка этих атак, отработка превентивных мер. В случае, как мы говорили тоже в одном из наших видео, на нас со стороны Ливана смотрят сотни тысяч ракет, причем ракет, как уже было сказано и ранее, не простых, не игрушек, не каких-то подпольных, а достаточно серьезных, модифицированных, которые могут достигнуть любую точку нашей страны, поставить нашу страну в состояние настоящей серьезной войны. Плюс к тому, как мы знаем, с юга в Газе сосредоточены тоже десятки тысяч ракет, которые в случае, если в одно мгновение начнется, не дай бог, война, то они могут по своей мощи могут быть соизмеримы с атомной атакой. И мы видим, армия меняет свою политику, с приходом генерала Кохави меняются цели, и показывается нашим врагам, что мы нанесем сокрушительный удар в случае, если они попробуют даже рискнуть нас тронуть. И мы надеемся, что это послание принято со стороны Ливана, со стороны Хизбаллы, которая достаточно наглые заявления делает все чаще и чаще, беспринципные заявления. Надо им сказать и всем нашим врагам, что мы нанесем по вам серьезный удар, прежде чем вы попробуете даже двинуться. И мы видим, меняется все, меняется политика, меняется идеология. И та идея, которая была раньше, сохранить жизни врагу, сохранить жизни мирным населением, постараться как-то ликвидировать чуть ли не пинцетом, поставить наших солдат под угрозу, рискнуть жизнями солдат, чем, кстати, надо отметить, гордится господин Бенни Ганц, один из представителей партии Кахоль-Лаван, который набрали в этом Кнессете достаточно весомый вклад. То есть мы видим, вот эта вот идеология бегства, идеология трусости уходит в прошлое, потому что нашей стране ничего не остается, как готовиться к серьезным войнам и быть готовым на чеку и поставить перед солдатами цель полного разграбления врага и назвать врага своим именем, что это наш враг. Полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и другими видео с друзьями. И с Божьей помощью мы будем свидетелями больших чудес в нашей прекрасной цветущей стране. Всего доброго и до скорых встреч!